НКО помогут инвалидам трудоустроиться. На заседании окружного правительства были внесены поправки в соответствующий закон. Изменения содержат в себе ряд мероприятий по организации сопровождения инвалидов. То есть общественники станут наставниками для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые захотят работать. Конкурс для некоммерческих организаций на оказание такого сопровождения проводится до конца следующей недели. На первом этапе планируется охватить более 130 человек. Что включает в себя сопровождение? Это индивидуальная работа по трудоустройству, это помощь адаптации инвалида на рабочем месте, это, будем так говорить, периодические посещения этого инвалида и, возможно, переговоры с работодателем по улучшению, рабочего места.